Всех приветствую на канале Горный Крым в деталях. Итак, друзья, сегодня последний день года уходящего. Хотелось бы в преддверии такого грандиозного, яркого, веселого, шумного праздника, праздника Нового года, пожелать всем действительно каких-то новых свершений, поскольку вот год, который уходит, говорят, высокосный год, об этом можно судить с разных сторон, конечно, но как бы он был все-таки годом сложным. Все готовятся к предстоящему празднику, у нас на набережной елка красавица, инсталляции, все красиво, все светится, все в огнях, все очень ярко, конечно. И хотелось бы вот последние часы, минуты года уходящего сказать всем огромное спасибо, кто был со мной в моих путешествиях на протяжении этого года. Большое-большое спасибо подписчикам, которые поддерживали морально в первую очередь. И в комментариях свою позицию, вот, в основном это душевные такие добрые были отзывы, высказывания, которые, ну, как бы, ну, действительно мотивируют на то, чтобы идти дальше, выше и делиться этим с вами. Очень много людей пишут, очень много пишут, и порой не всегда получается дать ответ на все письма. Но это не значит, что я не читаю их или не обращаю внимания. Иногда в творческой студии в Ютубе бывают какие-то заминки, когда приходят через месяц, через два только сообщения, поэтому это как бы уже не актуально потом этот вопрос поднимать. Поэтому я всех помню, всем крайне-крайне благодарен, друзья, за то, что вы поддерживаете меня, за то, что вы рядом, хоть и виртуально, но очень много друзей появилось виртуальных, и тем не менее, вот это настоящее такое живое общение, даже вот через YouTube, скажем так. Поэтому всех помню, всех поименно помню, очень благодарен, друзья, я никого не забыл. Оставайтесь на канале, путешествуем вместе. И те, кто впервые зашел и смотрит это видео, подписывайтесь на канал, я думаю, будет много интересных путешествий. Повторюсь, что пишут очень много, а в другой раз времени крайне мало. Вот лимит времени – это самая такая больная тема. Время – самый бесценный дар, который мы порой не ценим. Очень много задумок, очень много планов, но катастрофически не хватает на все время. Дорогие друзья, самое бесценное, что есть у человека, это, пожалуй, время. Поэтому хотелось бы вот на рубеже того момента, когда время начнет свой новый ход, свои новые витки, свои новые обороты набирать, в преддверии Нового года хочется пожелать, чтобы всем всегда на все хватало времени для реализации каких-то новых идей, для того, чтобы сбывались ваши мечты. Пусть все задуманное сбудется, и пусть на это всегда будет достаточно времени. Если подвести итог в целом, итог этого года, год был крайне насыщенным, крайне ярким, крайне эмоциональным. Говорят, высокосный год, скорее бы он уже закончился. Ну, не будем вникать в астрологию, я скажу так, что календарь придумал человек для удобства, поэтому в природе все идет своим чередом. День перетекает в день, год перетекает в год, и если этот год раз в несколько лет там на день больше, то это фактически сути дела не меняет. Нужно просто смотреть на жизнь немножко с другой стороны, и тогда у вас любой высокосный год будет самым добрым, самым позитивным годом. Счастлив человек или несчастен, зависит только от его мыслей. Поэтому если вы будете думать хорошо, будет хорошо. Если думать плохо, будет плохо.
На мой взгляд, такой афоризм, вот он актуален всегда, что если глаза обратить в небо, то в них отразится небо. Если глаза обратить в болото, в них отражается болото. Все зависит от того, куда взгляд свой обратить. Поэтому думайте о хорошем, мечтайте о добром. Относитесь к другим с уважением, почтением, честно. И это аукнется стократно. Я думаю, человек, который делает добро, он всегда счастлив. За этот год мы посетили очень много вершин, пещер, горных рек, водопадов. Шишки падают. У нас сегодня такая погода вот чудесная. Плюс 14 градусов. Вот такая вот. Такой вот Новый год, вот такая вот зима. Очень много достопримечательностей мы увидели в этом году. Да, были сложности, были трудности. Было очень много экстрима в этом году. Это действительно, чем отличается этот год, что были довольно-таки экстремальные участки маршрутов, где чувствовалось, что ты живешь, а не существуешь. Ну, я думаю, каждый, кто смотрел регулярно мои видео, пройдя по этим скалам, пройдя по этим походам, подземельям и так далее, тоже ощутил, может, и не в той степени, конечно, как я, но ощутил всю вот эту таинственность, загадочность природы, незыблемость, вечность того, что находится вокруг нас, но что мы не всегда можем видеть, не у всех есть возможность это видеть. Конечно, не обходится и без критики, говорят, вот там уровень видео можно бы повысить. Да, к критике я отношусь нормально. Не в свой адрес, конечно, а так, в целом. Это я сейчас шучу. Вот. Да, для того, чтобы повысить качество видео, уровень звука там и так далее и тому подобное, нужно что? Нужно финансовый вопрос немножко повернуть. Но для человека, который большую часть времени находится в горах, тут надо понимать, что большую часть времени я все-таки нахожусь не в городе, а где-то на вершинах. Вопрос финансовый стоит, скажем так, под острым углом, и сдвинуть его с мертвой точки пока не получается. Чтобы показать там где-то с высоты птичьего полета, сейчас модно, вот снимают, покупают такие дорогие штуковины, которые летают, снимают с высоты птичьего полета. Да, все это классно, все это красиво. Вот. Тот же простенький, допустим, там микрофон взять, он тоже стоит денег. Но у нас, как говорится, все на энтузиазме. Ну, а далеко на энтузиазме не увидишь. Поэтому качество вот пока на сегодняшний день такое есть, уж простите, пока оно такое. Кому нравится, я думаю, тот остается на канале. Кто хочет видеть какое-то там 4D или еще что-то, без вопросов, пусть смотрят, ну, где они это видят. У нас вот так вот все просто. Все, всяких понтов, без ничего. Вот простенько, вот мы идем в горы, мы видим горы. Мы слышим, если звук там, ветер завывает так, что ух. Я его, может быть, иногда даже специально не убираю, этот звук, чтобы вы услышали, как это по-настоящему, что там творится наверху в непогоде. Но это я уже начал философствовать. Все-таки у нас вот-вот-вот и пробьют куранты. Я думаю, для каждого человека Новый год неразрывно связан с елкой, Дедом Морозом, с курантами. На носу Новый год. Поэтому, друзья, от всей души желаю, чтобы каждый Новый день, Нового года начинался у вас с ощущения радости и желания жить полно. Чтобы каждая сфера жизни была полной чашей. Пусть вас переполняет жажда новых свершений, энергии и искренней радости от жизни, которая сама по себе является бесценным даром. Ну и есть такая добрая примета, если 31 числа перевести на мой счет 500 рублей, то в следующем году вам будет беспредельно фартить.
год будет счастливым. Вот. Поэтому поторопитесь, кто еще не успел. Если 31 не успели, можно 1 числа перевести. Ну, правда, уже 800 рублей. Тогда, в общем, в следующем году будет просто, попрет и все, все будет классно. Вот. А без шуток, конечно, самые добрые пожелания, самые теплые. Оставайтесь на канале. Я думаю, следующий год нам принесет новые эмоции, новые впечатления. Мы еще увидим столько-столько всего. Горный Крым, насколько он невелик, настолько он и огромен. Столько тайн он хранит, столько загадок. И нам предстоит разгадать эти тайны и загадки. С наступающим Новым годом! С новым счастьем, друзья! Новый год в окно уже стучится. В Новый год все может приключиться. Пусть никто не будет одинок в этот Новый год.